Форзы. Вот АДВшки стоят. Так, Трансальп. Джианини. Ну, в общем, GoPro-шки. Всеми любимые кроши. Друзья, всем привет! Сегодня возникла идея в этот прекрасный солнечный день проехать в мотосалон Honda, где я покупал свой мопед, посмотреть стоимость на технику там, а далее проехать в Central Фестиваль, посмотреть, сколько стоит электроника и другие товары спортивного назначения и прочее. Давайте проедем, посмотрим, наверное, будет интересно. Наливайте чай и мы начинаем. Салон Honda, где я свой покупал мопед. Это Phuket ST, большой дилер. В принципе, хороший выбор и все. Давайте зайдем, посмотрим, что тут есть. Какие цены на сегодня, месяц спустя. Который я покупал тогда. Ну, тут вот маленькие мопедики, это для айстов любят. Sawdy Cup. Вот это девушка, у которой я покупал мопед свой. Вот, здесь Купи. Любимые всеми тайцами Форзы. Давайте посмотрим, сколько Форза сейчас стоит. 180. Ну, кстати, тут нормальная цена. Не выросла. 60-67 тысяч всего. Вообще нормальная цена. Здесь клик 125-59 тысяч. На спецованных шинах 54 тысячи. Ну, вот по CX пошли. Тоже мотор как у клика, но цена уже 101 CBS, 96 без ABS. Как у меня был красавчик. Ну, он прикольный, у него база подлиннее, конечно, чем у клика, он идет получше. Моторы у них одинаковые, но само ощущение от езды на PCX в разы лучше, я бы так сказал. PCX он более такой, как бы, мягко идет. А клик он табуреточный такой, больше, так скажем. Но зато он легче. Особенно для девушек или кто там поменьше весом, на клике будет между ряди лучше ездить. Вот АДВшки стоят, как у меня, как цвета другие, красный, серый, так серый неплохой цвет. 103 тысячи сейчас стоит. АДВ 350, но это вот типа как АДВ 160, только большая модель уже. Так скажем, мотор 350 кубиков или 330 там кубиков, я не помню. Серые брали, вот классный тоже. Опять же, 149 тысяч. CBR 260 тысяч, это дорого за 250 RR. Почему такая цена дорогая? 150. Так, ну и тут вот такой салон. Ну, выбор техники много, но, кстати, чем ближе к зиме, к высокому сезону, тем будет меньше выбор. И раскупят всю технику. И будет, и, в общем, надо будет ждать, как в прошлом году, до 5 месяцев люди ждали, чтобы купить мопед. Особенно популярные модели. Ну, такие две Honda, они рядом находятся, эти два здания через дорогу. В одном продаются чисто мопеды, ну и так, небольшой выбор мотоциклов, а в другом чисто мотоциклы. Forza, да, так много вообще. Ну, вот, в общем, вот такая вот система. Девушки смотрят себе скупи. Это вот самые популярные модели для тайцев. Honda Wave
60 тысяч на литых дисках, 58 на спецованных. Ну, это типа как бы скутер и мотоцикл, так скажем, да, потому что у него двигатель, расположение, он не на вариаторе, на коробке механической. Ну и сам смысл его как больше на мотоцикл похож. У него двигатель посередине, задняя передача цепная. Тайцы любят их форсировать, на них гонять, телеги к ним всякие приделывать, люльки, в общем, все, что хочешь. В общем, вот такая схема, здесь тоже аксессуары, кстати, такие боксы, как у меня, но я не здесь покупал. Здесь, наверное, цена будет, даже спрашивать страшно. Там вон у них сервисная зона со стеклом, ну и здесь аксессуары какие-то, не особо большой выбор. Так, Трансальп. Новый Трансальп. 389 тысяч. Можно со скидкой 6800 в месяц. Но этот, по-моему, не на роботе еще. Написано продан. Извините. Пикс. Красавцы. Много, кстати, уже продано. 224 тысячи. Ну, в общем, на 3 умножайте, грубо. Получите цену в рублях. Это все новая техника в салоне Honda. CRF 300. Красавец. Вот здесь CB1000R 600 тысяч бат практически. Вот. CRF, кстати, 149 тысяч бат. CRF стоит. Тоже эти. 4 новые 500X. Здесь и Макси скутеры есть тоже. Хонды. Скрамблер. 250 тысяч. В общем, вот такой вот салон Хонды. В общем, вот такая вот история. Посмотрели мы Хонды. Давайте поедем куда-нибудь еще что-нибудь посмотрим по дороге. Централ Пхукет, большой торговый центр. Сейчас посмотрим здесь стоимости на всякую вот электронику. Машины тут продают тоже, выставки такие. Так что сейчас глянем, какой парковка для мопедов. Выше этажом несколько этажей парковки для машин. Вот. Так что идем туда, в общем, смотрим. Что, поднялись на второй этаж. Значит, внизу там у нас фудкорт. Ничего, в общем, интересного. Здесь у нас такие вот бутики всякие. О, Томми Хильфигер, кстати, открылся. Я все думал о нем. Праздник. Свадикап. Томми Хильфигер, маечки. Новые поступления, ведь все по-русски даже написано. How much is this? $4,200. Сколько? 36. Это что, охуенно? In USA it's very cheap. It's US, it's very cheap.
Nokia. Pinkup. Давайте DJI посмотрим. Дроны, камеры. Тут фирменный магазин, он пока как бы закрыт, но у них есть такая это. Здесь они продают свои эти. Видите, новая Osmo Pocket 3. 21 тысяча комбо, 17 тысяч обычная. Вот. Action 4, как у меня. Вот. 16 Adventure, стандарт 14 тысяч. Ну, нормальная цена здесь, кстати. Вот. Здесь, значит, что еще? Новый DJI Mini. Вот, значит, 37 тысяч максимальная. 25 тысяч самый дешевый вариант. Это вот последняя модель мини. Ну, это понятно. 47 тысяч летать. Mavic 3 Classic. 59 максимум, 50 минимум. Ну, в общем, на 3 умножайте для русских денег примерно. Сейчас чуть меньше, но все равно не ошибетесь. Mavic 3 просто 68, 73 минимум. Тоже про то же самое. Ну и Air 3 48-34. В общем, такая история. Дорого это, недорого, не знаю, сколько в России стоит. Ну, тут дальше уже ничего такого нету. Вот айфоны можно посмотреть. Это вот их этот реселлер Pro Max. Ну, в общем, цены. Pro Max 1 терабайт 66 тысяч бат. Вот цена везде примерно одинаковая. 48 900 это за 256. Вот такие вот можете посмотреть вот цены на это. Они не меняются, везде будет одна цена. То есть куда бы вы ни зашли, везде будет одна цена на них. То есть не будет ни дешевле, ни дороже. Если только какие-то перекупы там. Ой, еще и такие телефоны продают. Я думал, их уже нету. iPhone SE 13 еще. Видите, еще остатки 14. 14 Pro Max 43 тысячи. Кстати, странно, он стоил... А, нет, это был стоил 128.39, стал стоить, а стоил 41 тысячу бат. Вот. Такие цены. Айпады, тоже Apple Watch, Apple цены на этот, можете посмотреть, сколько стоит айпады разные, такие вот дела. В общем, повторюсь, что куда бы вы ни зашли, цена будет вот такая, то есть вы зайдете сейчас к официальному, мы дальше пойдем, типа официальный реселлер. Цена будет одна и та же везде. Есть вот Big Camera, есть такие магазины, которые тоже продают технику. Ну, можете посмотреть, кому интересно, Canon, Sony, тушки, Leica даже есть, вот за 199 бат Leica, кому интересно. Вот такие Lumix, Fuji. Ну вот, вот, например, цены. Странно, 15 500. Я Action 3 брал в прошлом году за 15, а здесь она уже модель как-то странно, здесь 16 400. Ну, в принципе, та же цена, что и эти микрофоны. Вот, значит, есть GoPro 14 12 22 900. А, ну это комбо. Палки тоже есть. Ну, в общем, все, что хотите, все есть. Цены смотрите сами. Не знаю, сколько сейчас стоит в России. Есть и объективы. И все, 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 что хочешь. В общем, вот такая вот. Вот такой вот. В общем, вот такие вот цены на все. Посмотрите, кому интересно.
скажете свое мнение, напишите в комментариях, дорого это или недорого. Так что вот так вот. Так, ну что, идем дальше, переходим в другое здание, там еще посмотрим. Если переход такой, видите, красиво оформленный. Здесь орхидеи такие искусственные, судя по всему. Здесь хорошие обменники наверху, один из лучших курсов всегда предлагают. Можно подняться туда, посмотреть, какие курсы сейчас. Ну, собственно говоря, поднялись наверх. Сразу, ну, КБанк, я не знаю, тут какие, сейчас смотрите курс для обмена, 37.56, продажа 30.81 за доллар, а вернее за евро, 35, да, в принципе, немножко вырос курс доллара, вата, вот он все меняет, вон там вон обменник есть. Сейчас я его покажу. Чуть дальше есть обменник. Вот в этом обменнике, кстати, можно без документов поменять. Просто вот находится такая штука посреди. Тут не требуют никакие ни паспорта, ничего. Можно просто отдать наличку и это. В банках везде, в остальных местах требуются либо права, либо паспорт, либо местные права. Вот, вот все меняют вот здесь вот. Value Plus. Здесь типа самый хороший курс. Ну вот смотрите сами, какие курсы сейчас везде. Видите, еще зависит от номинала купюр. 10.50 самые дорогие, 25, 2.1 вообще. Вот. В общем, вот в этом месте меняют все в основном. Но опять же повторюсь, будут документы. Многие забывают паспорта свои. Приходят и говорят, а у меня с ничего нет, они не могут. Тогда идете вот в этот, который посередине exchange. Ну а сам торговый центр, видите, как выглядит. Вот так вот. На том первом этаже, где бассейн, там есть Uniqlo, H&M. В общем, все, что ушло из России, там все это внизу есть. Так что если хотите закупиться товарами санкционными, так скажем, можно прийти сюда, здесь, в этом торговом центре, купить все, что вы хотите. Вот, цены примерно, ну так, плюс-минус. Тут в этом центре вообще чуть подороже, чем в целом по Пхукету, но на некоторые товары. Некоторые такая же цена, на некоторые чуть подороже. На что-то может быть даже чуть ниже, поэтому как повезет, в общем. Здесь кинотеатр. Можно сходить в кино. Показывают как на английском, так и на тайском языках, кто каким владеет. Русского, к сожалению, нет. И еще Samsung, кстати, посмотреть. Есть такой вот магазин Samsung. Сколько здесь цены на Samsung, кто интересуется. Я в них вообще не разбираюсь. Этих Samsung. Ну вот что-то есть. Кому-то может будет интересно. Вот цены. Я так понимаю, что это какие-то дешевые Samsung. В отличие от Apple, конечно, тут не столько желающих приобрести. Также таблеты. Вот такой вот, который двойной, 75, да, картина дороже Apple, это что-то новенькое. Ну, в общем, вот такие цены на Samsung. Значит, в виртуальной реальности 22 000 бат. Все, ноутбуки, кстати, ноутбуки. Ну, в общем, кому интересно, нажмите на паузу, посмотрите в этих ноутбуках. Ну, в общем, такая вот история. Такая вот история.
Ладно, идем дальше. Опять же, повторюсь, куда бы вы ни зашли, примерно цена. Вот был у официального DJI, что здесь вот перепродавцы. Ну там, может, 400 бат сверху накрутили, но цены одинаковые, плюс-минус. Макбуки. Макбуки. Цены минус. В общем, вот тоже реселлер, цены одни, что на ноутбуке, что на айфоны, цена одна. Опять же, вот. В общем, вот такие цены, я думаю, что все понятно. По ценам на Пхукете. Смотрите сами, умножайте. Может, в России дешевле будет купить, чем здесь. Давайте еще зайдем вот в этот магазин, достаточно большой. Тут разная спортивная одежда, кроссовки и прочие вещи. Так, Хока. 4790. Такая. Все есть модели практически. Все модели почти всех фирм, производящих обувь спортивную. Вот видите, Asics. Кстати, неплохие Asics. 6500 бат. В общем, где-то $170 такие стоят. Выбор есть. В общем, хорошие кроссовки где-то от 150 до $250, скорее всего, будет стоить. Плюс-минус. Найки, найки, найки. Тоже асиксы. Это женские уже модели пошли. Adidas. Кто хочет Adidas? Adidas и такие. В общем, хороший магазин. Есть что купить для бега, для ходьбы, для всего. Так все это выглядит. Всеми любимые кроксы. Много тут наших берут их. Я тоже в них. Вот это классические. Классические. Еще какой-то. Да, вот такие, как у меня, с Адикап. Короче. 2790. $70 где-то стоят кроксы. Такого типа. На мне.
Так что так, здесь уже фудкорт у нас начался на первом этаже. Можно поесть, попить. Все, что хочешь. Ну вот Uniqlo всеми любимый японский магазинчик. Такая история. Майки по 590 бат. Это уже не Hilfiger за 4200. Вот. Брюки, шмуки. Ну, в общем, 590 на 3 умножайте, 1500, чуть больше, 1500. Вот есть толстовки такие, тоже за 500, цена снижена. Кстати, реглановские футболки. 490, 390. Такую, кстати, можно было бы купить. Неплохая. Куртки. Пуховики за 4990. Почти как стоит, как хильфигеровская одна футболка. Целая куртка. Ну, в общем, вот рубашки. Ну, знаете сами, наверное, что такое Uniqlo. Здесь длинные пуховики за 6990. В общем, для русской зимы, которая в разгаре скоро будет, в самый раз. Здесь-то, конечно, никому это не надо, понятно, в Таиланде. Столько не переезжают куда-нибудь на север. Такие свитры. 1200. Ну, в общем, вот такой Uniqlo. Кто хочет, шапки. Вот за 590 женские шапки. Есть такие смешные шубы. Или что это такое? 890. Ну и футболочки тоже. Так что вот так вот. Ладно, выходим. Ну что, спустился вниз. Супермаркет. В этом супермаркете цены подороже, чем на Пхукете, тоже Централ Пхукет, он находится в фестивале. Поэтому, ну так, чисто зайти, посмотреть. Вот. Здесь в основном туристы там, или кто быстро забежал, купил. А так, лучше поехать куда-нибудь в Lotus или Big C. Майзеры. Местный чанг. Ничего, цены на пиво. Здесь, значит, винный отдел. Кому интересно, смотрите на этот. Ставьте на паузу и смотрите. Даже вот новозеландские есть вина. Ну, цены, в принципе, на вина ничего. Матуа за 699 бат. Бренд-скот за 800. О, Клоди Бэй появился. Классно. Цена 100 баксов практически. Фрукты, арбузы по 39 бат за килограмм. Это дорого. Манги вообще за 175. Здесь какая-то дикая цена. Реальная цена там 35 бат за килограмм. Яблочки, дурианы. Дурианы уже скоро отойдут, надо брать. 190, сколько они стоят, не написано. А ну вот, 460 бат за такой купить. Это дорого. Мангустины. В общем, такая вот история.
Ну, в общем, вот так вот прошлись мы по этому торговому центру, Central Festival. Вышел на парковку. Пойду сейчас уже вниз своими мопеды. Так что вот так вот. Надеюсь, было интересно. Всем привет.